Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Всадник Рампин. Около 550 года до нашей эры, мрамор, высота 81. В 1636 году английский археолог Хамфри Пейн соединил торс, найденный в Акрополе в 1886 году, с головой всадника, который в 1896 преподнес в дар Лувру французский коллекционер Жорж Рампин. В наше время оригинальная голова хранится в Лувре, а оригинальный торс и копия головы в Афинском музее. Целиком это одна из самых известных статуй греческой архаики. Неизвестный мастер добился выразительного декоративного ритма прически, бороды. Первоначально, судя по фрагментам, это была пара всадников. Голову персонажа украшает венок, которым обычно награждали участников состязаний. А лицо – знаменитая архаическая улыбка. Обращает на себя внимание непривычное для современного человека сочетание условной трактовки лица и тщательного, реалистичного изображения тела с анатомически верным рисунком мускулатуры. Вот такое описание к работе «Всадник Рампин» около 550 года до нашей эры, описание по книге «Великие музеи мира». Всего хорошего, до свидания.